Каждую неделю по традиции Фаина Токач ходит в баню. Для нее, как и еще для 1500 жителей поселка Шмидта, это настоящее спасение. В их домах нет горячего водоснабжения. Ближайшая к бане к поселку, та, что на улице братьев Коростылевых, с июня закрылась. Люди обратились за помощью в общественный совет микрорайона. И теперь от поселка до первой городской бани можно добраться без пересадок. Тройка у нас ходит через каждый час. Добираемся в течение 20 минут. Помылись, вышли вот сюда. На угол. И приехали домой. Все. Решение изменить маршрут третьего автобуса, чтобы люди могли быстро добираться до общественной бани, совместно приняли общественный совет микрорайона, депутаты и городской департамент транспорта. В течение месяца вопрос был решен. Жители остались довольны. Я сама езжу на общественном транспорте в своем поселке. И каждый день сажусь в автобус, и люди благодарят за это. Это вот все сделано было благодаря усилиям двух общественных советов. Мы объединились, потому что проблема общая. Это только одно из дел, которые жителям удалось оперативно решить при помощи общественного совета микрорайона. Следующий шаг – обсудить с руководством бани расписание работы, чтобы сделать его более удобным. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.